И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Connex Isles. И сегодня мы уже, ну точно, пойдем за метеоритным металлом. Ну, он уже здесь, недалеко, поэтому уже точно туда пойдем. В общем, что? В прошлой серии ходили за льдом, вы это все прекрасно знаете. Путешествие было прикольное и веселое. В скобочках нет. Ну хотя нет, ладно, камон, было весело. А мне было весело, вам не знаю. То есть путешествие прям конкретно получилось. Добыли немного черного льда. Черный лед нужен для... Где-то вот. Он у нас не тает. Он нужен для закаленной стали. Его нужно лутать много. Это вот малую часть, так сказать, добыл, и на том уже хорошо. Сейчас же мы пойдем искать метеоритную руду. Вообще, она уже даже вот здесь-то спавнилась. То есть, если вот здесь-то побегать, вот там она спавнилась, и вон там внизу немного спавнилась. Сейчас не знаю. То есть, как я уже говорил, я видел, ну, на сервере, когда играл, я видел, что, ну, метеоритное железо, оно и падает с неба. То есть, просто с неба валятся метеориты. И, собственно, поэтому они появляются. Есть ли они сейчас или нету их, это уже хороший вопрос. Ах ты, скотина, уклонился от последнего удара. От добивающего удара. Хотя зачем мне шкура? В общем, будем бегать, будем искать, будем смотреть. Долбаные кису. Погнали туда. Если что, сейчас вот еще побегаю немного. Попробую загрузить вики. И посмотреть места спавна. Может быть, что-то мне поможет. Так, давай смотреть. Минус 17. У меня пивас остался. Пивас остался. Использовать. Минус 17, стал минус 19. То есть он еще только холод накидывает, пивас. Отлично. А че я думал, что весь алкоголь как-то вот что-то дает хорошо жару. А тут нифига. Смертельный холод. Звучит как смертельный номер. Ну да. В минус 20 выпить пивас на улице звучит как смертельный номер. Здесь я точно знаю, что там чуваки, у них также можно отжать что-нибудь, деревня, все дела. У них есть сундучки, ящички, у них можно что-нибудь, да, отжать. Да, их можно также оглушать, также, если я не ошибаюсь, также... А, не факт, слушай, а в колесо-то как они влезут? Не-не-не-не-не, да ладно тебе, что ты вот, ну, спер я у тебя всякую фигню. Еще добудешь. Делов-то тоже мне. О, похмелье появилось. А че, больше ничего нету? Сундучок один. Хм. Ну ладно. Бывайте. Серьезные такие все бегут. Йотуны, что ли они обзываются? Не помню. Мамонтенок! Ладно, погнали искать руду. Что-то мне прям это не нравится. Что я ее нигде еще ни одной не нашел. Неужто реально ждать метеорит, пока попадают? Когда они попадают? Ха! Черный лед. Вот здесь залутал. То есть я шел посередине, а надо было идти с краю, я бы нашел черный лед. Так, это железная рута, лед. Ну, конечно, понятно. Прикольно. Еще немного черного льда нам не повредит. Попробую там наверх забраться, потому что я помню, там точно я находил. Но, походу дела, я сейчас на вики все-таки лучше залезу. Потому что-то я ничего не вижу. Либо она как-то выглядит так, что по-дебильному... А! Бесит это.
Зато куча металла. Куча металла. Это хорошо, конечно, когда куча металла. Бараны всякие ходят. Конечно, клево. О, опять черный лед. Слышь? Черный лед я уже нашел. В прошлой серии. А можно мне это, метеоритку сейчас найти? Веселье, конечно, еще то. У вас пересыхает горло. Ну да, отпиваться-то сушники потом будут точно. Вода. И закончилась вода. Вот в чем весь прикол. А, подожди. Вода. Вода. Это, конечно, тупость, но... Но вода? Минус 50. Просто огонь. Дебил, надо было сначала место найти под это. Вообще красота. Я придумал, какую тупость. Не, ну это же я. Я-то могу. А вы не повторяйте. Лед жрать в минус 30 это смертельная глупость в прямом смысле слова. Опять не та кнопка. Ну куда-нибудь уже поставься. Отлично, спасибо. Успел! Успел! Зажигайся! Давай. Только эти хилки-то и спасают. Интересно, когда действие льда закончится? Или здесь в целом так холодно, что меня это колбасит так сильно? Ну, я готов. Помирайхен. Ёбарзаты, какая же штупость. Сейчас посмотрим. Это у меня от льда такой это, приход был по холоду, или же это... Или же здесь это норма на такой высоте, такой холод. Да, по ходу дела у меня от льда был такой приход по холоду. Ладно, первая смерть. Погнали на Вики. Так, что же говорит нам типа Вики? Они спавнятся вот здесь-то. Морозные склоны. Вот на вот этом радиусе. И вот где лагерь изгоев, только вот здесь чуть пониже. То есть вот так вот. Где от лагеря изгоев. То есть я вот сейчас куда смотрю? Вот там. И все. Ну и что самое главное. Ты от этого от обычного камня ты его не отличишь. Единственное, как я понял, чем отличить все-таки. Обычный камень, он снегом запорошенный. А этот, соответственно, не должен быть запорошенным камнем. Вот и вся разница. То есть теоретически ты можешь мимо него даже просто тупо пройти. А, еще, по идее, его нельзя добыть. Ну, разница, конечно, между металлической рудой вы сразу же отличите. Бляха-муха, сколько заморок. Ужас. Не, ну блин, тут вообще без вариантов. О, добрый вечер. С тебя много чего должно дропаться веселого. Ого, серьезно? Я просто уже такого лутал как-то, с него так неплохо всякого дропнулось. О, металл, тенецвет. Много прикольного с них дропается. Ладно, давай пробовать искать. То есть там типа вот такой вот камешек, судя по видео, и короче, как хочешь, так и шарься.
Но он вот так вот не добывается. Ой-ой-ой-ой. Ладно. Пошаримся, поищем. Надеюсь. Не надо ждать, чтобы реально здесь что-то упало. Вики просто не грузится по-нормальному. А все остальные видео англоязычные и... Ну, извините, они базарят по-английски. Мне пофигу, на что они там базарят. Мне тяжело это разобрать. Вот. Ну, я как бы и так знаю, что он вот здесь-то. Что-то я не туда забрался. Даже выше. Ладно, поищем. Так, ну я загрузил Вики. Просто не грузился с переводом, с автоматическим переводом с Яндекс переводчика. Он загрузился. Суть в чем? Так и написано, если идет метеорит дождь, следующий начнется как минимум 3 часа. То есть, грубо говоря, каждые 3 часа реальных, по ходу дела, да даже бог с ним реальных, я в эту игру играю с раннего туча времени. То есть, они деспавнятся, но они деспавнятся через почти 4 часа. То есть, новый успевает упасть, старый еще не задеспавнился. В этом и весь прикол. Я их просто не вижу. То есть их падает от 5 до 15 штук. Метеоритов. Либо реально, пока вот в этот биом не заходишь, здесь ничего не спавнится. То есть не начинает спавниться. И вот это как раз таки может быть проблемой. Но, как там же на Вики написано, запускается цикл каждые 30 минут. То есть один цикл это каждые 30 минут. И метеорит падает каждый шестой цикл. Изначально, то есть после перезапуска, перезагрузки сервера, существует 75% вероятность того, что начнется метеоритный дождь. То есть у тебя вот цикл, да, то есть в какой-то из циклов обязательно бабахнет метеоритный дождь. Но следующий будет через 3 часа. И вот в этом-то и вся непонятка. Возможно, он не здесь падал, ну, видишь, я пробежался, и, возможно, не здесь он падал, возможно, падал ниже. Поэтому я сейчас хочу туда сгонять и посмотреть там. Посмотрел другие видосы, кстати. И там отображение этой руды, от нее идет дым. Маленький такой дымочек идет. Именно, кстати, поэтому у меня первая ассоциация вот с этим дымом-то и было то, что это руда. И от нее идет маленький дымочек, что уже немножечко облегчает поиски вот этого всего. Конечно, мне прикольнуло, что у меня игра крашнулась, когда я сюда на гору поднимался. Надеюсь, больше не крашнется. Благо, запись стояла на паузе, поэтому на запись-то и выжила. Но... Эй, дурные. Я вообще тут лед лутаю. Вы-то мне зачем? Это же черный лед. Черный лед. И вот это черный лед. А чё, почему бы его не лутануть, пока здесь? Ой, да иди ты в баню. Ну и богу. Ты-то мне зачем нужен? Ну вот и все. Вот. Меньше выпендривайтесь. Да, и, кстати, дым там издалека виден. Что тоже довольно-таки неплохо. Небесный гряж. И вот где-то здесь они должны падать. Вообще они падают вот отсюда, вот туда. То есть сюда они цепляются редко. Чаще всего они с той стороны все. Так. Ну ты козел горный. Кстати, а с вас что? Мех, дичь, дроп, рок. А так? Тоже нифига интересного. Так, ну по ходу дела, сейчас будем спускаться вниз. И пробовать с той стороны проходиться. Потому что реально больше шансов, что они там будут. Как минимум из-за того, что, как я уже сказал, они вообще падают вот в ту сторону. Ну, насколько я помню, они падают туда. Ого! Тихо, тихо, цепляйся! Почему ты... Почему он отцепляется? Какого хрена, дебил? Он просто берет и отцепляется. То есть он
держится за нее, потом хоп, сам отцепился. Обожаю эту фигню. Так, а мне туда, да, бежать? К моему трупу. Так, только получается с той стороны труп. Какая тупость. Благо подстилка недалеко. Вот прям, ну, плюс-минус, недалеко. И также на горе также надо спускаться сразу вниз заранее. Там, где он не отцепится. Вот почему он вот так не мог? Возможно, слишком далеко то, что... Во, здесь вообще пополз вверх. Возможно, то, что слишком далеко, поэтому он так отцепился и полетел. Тихо. Вот сейчас опять! Опять он цеплялся. Походу дела слишком, когда далеко летишь, он начинает отцепляться. Вот, видишь, он опять отцепился. Вот, он просто так отцепляется. Дебил. Живой, слава богу. Надо труп только свой залутать. Ёп, твою ж за ногу, он где-то наверху. Какая же тупость. О, а это каменерок черного льда. Из него лутается черный лед. Клево. Что-то я об этом не начал. Смотрю, он такой черненький. Жахнул по нему. А с него черный лед? То есть он называется как положено. Прикольно. Что-то я этого не замечал до этого. Возможно, те камнероги, которые там тусили, может, тоже черного льда, потому что они это... Ну, около черного льда тусили. Все возможно. Так, иди в жопу. Ну, ей-богу. О, бешеные псины. Сделал домик. И читаю, в общем, ну, так залез, в окошечко смотрю, короче, и вот так вот. И читаю всякие решения, скажем так. Есть такой форум 20 октября. И суть в чем? Форум от игры за 20 октября. Ну, точнее, 20 года. В октябре 20-го было. В общем, задает чувак вопрос, типа, играет на новой карте, но там в башне не спавнится метеорит. Ну, типа, говорит, что делать? И потом себе же дополняет ответ, то есть после того, как ему советовали. В общем, он сделал несколько... протестировал, короче, и суть в чем. Они появились. То есть они у него в башне появились, метеориты, то есть на локалке они у него появились в синглплеере. Но, как он сказал, то есть появились через 40-45 минут, то есть как бы, ну, по своему таймеру. И суть в чем? Руда у него не исчезала, но только он, ему стоило перезайти в игру, у него метеоритка вся исчезла к чертям собачьим. То есть, проще говоря, на серверах у тебя проблемы с этим не будет. Но только ты создашь одиночку, у тебя сразу же начнется жопа. С метеоритной рудой. И вот в этом-то и вся проблема. То есть, по идее, мне, типа, чтобы залутаться руды, мне нужно вот здесь вот стоять, ждать, пока вот это все бабахнет сверху. И тогда это все появится. То есть, если что, это... за 20-й год на новой карте было написание. Я не думаю, что чем-то будет отличаться способ добычи, точнее способ спавна здесь. Там, потому что также метеорит падает и так далее, то есть появляется водоворот, метеорит падает и вах, все хорошо. Но только он пишет, что перезашел, то есть вот волны, звездный метеорит, ну я в переводчик ввел. Валуны звездной метеоритной руды действительно исчезают при выходе из игры. Я так рад, что мне удалось получить руду без дополнительного программного обеспечения и читерства. Надеюсь, что любой, кто столкнулся с той же проблемой, найдет это полезным и получит свою руду. Ваше здоровье! Это так мне Google перевел. То есть, проще говоря, мы сидим, вот, объясняю, что нужно делать.
На локалке. Мы сидим, ждем. С неба погоды. Падают метеориты. Мы такие, о, аллилуйя, лутаем. Но если тебя случайно выкинуло, мы по новой сидим и ждем. Такая беда. Ну, я просто уже реально здесь домик состряпал, потому что, я думаю, стоять, ждать при минусовой температуре, я здесь бы окочурился 100%. Хилки не бесконечные. Ой, устал я все это читать. Меня от чтива всегда клонит в сон. А тут, короче, чтиво на чтиве, короче, было. Ой, ужас. Но я рад, что я узнал, как это работает. И я не хочу ждать все это дело. Я сейчас буду искать какую-то... Ой, какую-то... Команду, не знаю. Может, как-то что-то можно будет ввести. Хотя... А, какую нафиг команду ввести? О, базар. Базар появился. Засветился. Видать, это предложение обновилось. Магазин предметов. Да, тут, короче, теперь у них это... Раньше было DLC, а теперь слышь, купи. Вот это вот и все, аж меня бесит и коробит. Ей, всякой фигни, короче. Ладно, пофигу на это дело. Я не знаю, как вызывать этот метеорит. И сейчас еще посмотрю, покопаюсь. Но что-то... Причем там, как я понял, вот пишет чувак, что он, типа вот, сейчас переведу. Большое спасибо за ваш ответ. В каком именно месте мне нужно оставаться, чтобы включить таймер? Я прохлаждался в своем доме с танцором около 10 часов и до сих пор ничего. То есть, понимаешь, в чем прикол? И вот он ему пишет, в каком месте нужно сделать. То есть, мало того, что это, тебе еще нужно в определенном месте запустить вот этот ивент. Вот в этом вся, пожалуй, тупость. То есть, локалка здесь ну, не настроена. То есть, эта игра не рассчитана на сервер. Точнее, рассчитана на сервер, не рассчитана на локалку. По крайней мере, вот этот вот ивент, он настроен по-тупому. По-другому не назвать, он прям реально настроен по-тупому. И, в общем... Ладно, поищем. Может, получится как-то его запустить, этот ивент дебильный. Я не знаю. Ты посмотри-ка. Решил прогуляться немножечко. С мыслями, ну а вдруг? Где-то что-то как-то. И, возможно, здесь все-таки работает не как на новой карте. Потому что метеоритов точно не падало. И вот он. Ну, от него дым не идет. Как на всех видосах, скринах и так далее. Вот только первый видос, на котором я видел, что на нем дыма нету. Это единственный... Да иди ты в баню, дурак, что ли? Ты не из черного льда, ты обычный. Ты мне не интересен. Так. Да, я знаю, что на нее надо наступать. Причем вспомнил вовремя, что на нее надо наступать, а не из лука палить по ней. Вот это ртт. Вот только добудет ли моя кирка? Я только сейчас вспомнил, что кирка добывает только из закаленной стали. Знаете, в чем прикол? Я все кирки из закаленной стали переработал со словами, с мыслями. Ну а зачем мне? Без шуток, я их все переработал. Видите руду? А она должна быть. Ладно, одно радует, конечно, что они все-таки спавнятся. Другое не радует, что... Я все из закаленной стали уже бабахнул. Ладно, сейчас посмотрим. Надо вернуться обратно в домик. Он, кстати, такой прям зловещий.
Как будто это скала смотрит тебе в душу. Дыма нету. Метеоры есть. Точнее, камешки. Будем пытаться. Опять-таки же, я просто заметил, как я вот из своих наблюдений, то, что, по идее, он не должен быть покрытым снегом. Но он и не был покрытый снегом. То есть камешек не покрытый снегом. Я вот так его искал. Какая же ж все-таки тупость. Вот эти вот все поиски. Единственное, что мне сейчас приходит на ум, реально, телепортироваться домой, назовем это так, и... Ну да, вот это вот все, здесь трупик останется лежать, сделать там кирку, и уже телепортироваться обратно уже с киркой. По идее, я могу их изготовить, вот, из закаленной стали. Только закаленную сталь, я не помню, как делается... Нападить там разберусь, только нужно будет все-таки сделать себе здесь ящички, на всякий случай, мало ли сколько я там буду времени тратить на все вот это вот создание и так далее. Ну вот, телепортировался, можно так сказать, до дома, вернулся обратно. Почему из закаленной стали сделал? Потому что, ну, то есть без льда. Закаленная сталь делается со льдом, если не ошибаюсь, черный лед для этого надо. Потому что у меня были куча слитков с закаленной стали, так как я их разбирал шмотки. Пока в Асгарде лутался, точнее томился, куча шмоток закаленной стали. Скажем так, даже несколько кирок закаленной стали я тоже разобрал. Ну вот, поэтому... Забыл. Там, кстати, не только закаленная сталь, нужна либо стальная кирка, либо закаленная сталь. То есть стальная кирка и больше. Просто закаленная сталь, она получше работает в этом плане. Ну что, погнали пробовать. Погнали пробовать искать. Здесь спуститься явно негде. Ну, надеюсь, найду. Ну да. Вот он, непримечательный камешек. Просто смотрю, снегом не пропорошенный. Значит, он по идее. Так, ставим мину. Здесь самое главное аккуратно ее поставить так, чтобы она ее бабахнула. Ай, все-таки вот чем стрелы были лучше. Их точно хоть где можно поставить. Так. Бэбэх, отлично. Фух. Не, ну да, с моими рейтами, конечно, тут добывается его тонны. Но тот сам факт того, что дымочка вот этого нету, это, конечно, да. Еще вот эти формы почитал, что может и не спавниться, это тоже еще то веселье. Но там, по ходу дела, все-таки это проблема той карты. На этой карте здесь, как я почитал, здесь только на этой карте было поначалу такая же фигня. Потому что я читал за 18-й год, тоже как бы найти ничего не могли на локалке. Вот, потом, как я понял, все это дело исправили. Ну, то есть, опять-таки же, другие формы там пишут, типа, вот, типа, все находится и так далее. А, ёпарасоте, как ж вас тут много. О-о-о! То без звезда. Чё-то я за здоровьем-то не уследил. Подстилку вовремя не положил. Придется сейчас бежать издалека. Ну, ладно. Самое главное, что руду-то я всё-таки подлутался. Подлутался. Так что, да, вот это вот удалять. Все, вот это будем удалять. Кстати, удалялся фундамент, удалилась стена. Понятно. Постараюсь запомнить. Все исчезло. Перевязаться и обратно. Ого. Зелье естественного обучения. Взрыв очков знаний. Тут был кисо и короче, их много что-то их что-то много дропнулось. Убил опять-таки типа зараженного или как он там кошака, и вот с него там понадропалось
много всего хорошего, помимо экспы. Это что за факел? А, наверное, у меня дропнулся с постройки. Прикольно. Но не нужно. Я помню, что я их использовал, но здесь они мне точно не нужны. Мне статы сбрасывать некуда. Здесь все вкачано. Вот эти мамонты так топают, как будто, знаешь, реально. Я сейчас даже задумался, что, а может, звук метеорита был? Потом смотрю, мамонт, бух! Думаю, ну понятно, метеорит. Это мамонт прыгает, как метеорит. Но я реально звуков метеорита так и не слышал. Бегаю сейчас по кругу. Вдруг, как говорится, увижу. Еще что где. Когда. Ну и самое главное. А ты его ебать. Подстилку поближе постелить, чтобы меньше потом бежать. Не, он не успел. Точно, я вспомнил, из-за чего он у меня отцепляется от скалы постоянно. Он же при нанесении урона, точнее при получении урона, отцепляется от скалы. И это же логично, черт побери, когда мне чертовски холодно, я буду получать урон. Да, что-то я только сейчас это до этого допетрил. Когда в очередной раз собрался залезть на скалу и получил, соответственно, урон от холода. Да уж. И я больше не нашел. Знаете, сколько раз сдох? Кошмар. Пробежался вот здесь, пробежался. Там, так сказать, подстилка лежит. То есть вот сюда забежал. Вот, ну, почти туда забежал. То есть вот так, вот так, вот так. То есть здесь пробежал. Хрена нету. Фу. Ну ладно. Хотя бы немного. А точнее, очень много. Руды есть, это уже хорошо. А там, если нужно будет, то еще раз приду, залутаю. Без рейтов? Ну, кстати, даже без рейтов было бы в 10 раз меньше. То есть, было бы, что у меня? 120, да, примерно. Ой, 10 раз, в 5 раз меньше. То есть, это 2 сотки было бы. Ну, 2 сотки тоже вполне неплохо. Да. Сейчас еще попробую его туда сгонять, может все-таки увижу руду без это, без дыма и, ну то есть без, не заснеженную, но без дыма. И может быть фартанет. Сомневаюсь. И здесь мамонты, и тишки на радость. А здесь кисо. Слишком много кисо на 1 квадратный сантиметр. Очень много кисо на 1 квадратный сантиметр. Прям очень много кису на 1 квадратный сантиметр. Это просто ужас. Ты посмотри, сколько их. Их было здесь 5. Вы не оборзели? На одного накидываться. Беззащитного. Твари. Кошмар. Беспредельщики. На одного беззащитного накинулись. Ну что вот за создание? Даже трупы вас ваши за это соберу. Опа, чё? Это чё такое? Голем? Я вообще вот этого чувака убил, здесь голем появился. Нифига себе. Кровавый кристалл. Ну ладно, нормас. Черный лед. Вообще огонь. Кстати, да, я только сейчас заметил, что я вот этим раздербанивал. Просто решил немножечко подлодать черному льда, раз уж я вот здесь по пути пришел и. А тут такое чудо вылазит. Офигеть. Ну зато увидел, что такое голем. Так, это обычный тут. Охренеть! Я этого наконец-то дождался. Вот так выглядит настоящий метеоритный дождь. Почему я сюда бегу? Потому что здесь где-то мой труп. Без шуток, я просто слышу взрыв и думаю, ну не мамонт же. И, ну дальше вы сами все видели. Охренеть.
Это сколько я здесь протусил, чтобы вот этого добиться? Кошмар. И кстати, они же куда-то сюда один грохнулся. Он рядом бабахнул. Ой-ой-ой, как со здоровьем-то все плохо. Ну, немножечко восстанавливается, конечно. Ах, беда. Беда, и вся рожа в чем? Правильно, в крови. Ай, куда ж он бабахнулся, интересно. Но несколько упали вниз. Придется пробежаться, поискать. Я для начала труп свой залутать. Убираю трупешники. Я не помню, исчезают они, не исчезают со временем. Но не хотел бы видеть кучу отметок моей смерти. Прям очень много отметок моей смерти. Сейчас глянем здесь. Мало ли чё. Но походу дела нет. Куда он врезался, черт его знает. Это ж его поди найди еще. Он, кстати, может и туда побахнуться. Кто ж его знает. Спускаюсь вниз, ищу, да авось найду. Но они падают, слава богу. Но торчал я здесь явно долго. Во, кстати. А вот на и метеоритка. Так, где у меня мина? Осталось только ее поставить. Эту самую мину. Как-нибудь так вот. Да, все-таки стрелы намного лучше. Вот, вот здесь вот попробуй-ка вот, вот как. Вот как сюда его поставить? А никак. Тихо. Попробовать издалека. Дебил. Написано же, здесь строить нельзя. И вот как бы вот еще очередной плюс этих самых стрел. Строить нельзя. А вот стрелу запустить, на стрелу запустить можно. Но как бы вот. Все-таки спавниться это уже хорошо. Да, потерял кучу тонны времени. Я, кстати, даже не пытался искать это. Есть ли команды какие-нибудь на спавны и так далее. На вызов метеоритного дождя и все в таком духе. Даже не пытался. И вот, по ходу дела, как вот знак этого, я и нашел первую свою руду. После чего и понял, что нужна кирка другая. Это хорошо, что спавнится, значит, остается только за мало. Так, что у нас здесь лежит? Прям на льдах. Ты посмотри-ка, какая красота. Остается только разместить. О, прям на тебя можно разместить, отлично. Да. Здорово. Еще поищем сейчас немножечко. Где-нибудь, что-нибудь. Вот мне получается, да, вот оттуда, вот сюда падали. То есть они падают либо вот туда, либо вот сюда. А там у нас вот сюда куда. Ого. Отмечено было вот сюда, а это вообще аж здесь. Ну, короче, куча мест, короче, где может быть. Прям очень даже куча мест. Прям, короче, ходить, искать и надеяться, что дропнется. Исо. Вот. Еще один. Ни деревьев поваленных, ничего, просто камешек. О. Отвязались от меня. Бегали за мной, отвязались и сами. Это ж хорошо. Я могу сделать вот так пока что. Кстати, а если рядом поставить? Тоже же должно работать. Не, ну теперь мне точно надолго хватит. Ну так, плюс-минус надолго хватит. О, добрый вечер. Ты что? Жить тебе надоело? Бывает. Ты главное это. Подходи. Не стесняйся. О, еще один.
Еще один. Лучше смертники, мать вашу. Опять зацепку. На. И еще разочек. Бывает же ж, смертники. А, вы с мамонтом разобрались. Вот почему на меня сагрились. Ну, бывает. Только я не мамонт. Кстати. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, грыз на меня, дебил. Ах ты, блин, я сам же на них наступаю. Ты серьезно? Ты не охренел на них не наступать? Да и пошел ты тогда. Вернул снаряжение. Ну, в общем, еще искать, я думаю, нет смысла. Мне и так хватит. А вот помирать мне уже надоело. Поэтому, я думаю, будем возвращаться до дома. О, вот это хорошо. Всегда бы так почаще переагрывались друг на дружку. Холодно, просто ужас. Сейчас опять копыта отброшу. О, а теперь можно и отбрасывать пофигу. Так, давай проверим все-таки с минами, как она работает. Медведь с волком тусует рядом. Им пофигу. Но вот когда надо, вы не агритесь, козлы. А когда не надо, они просто со всех щелей вылазят. Такое ощущение. Зачем отошел? Опять отошел. Да подожди ты. Да подожди ты, говорю. Так, ладно. Оп. Ну так нормально. Ну-ка, погоди. Ну, ну, ну. Да и пошел ты. Жиробас. Обходит он стороной. Так, а мне домой надо. Все, отстань от меня. Или получишь по рогам. Ну или по бивням. Оп. Козлы. Это, конечно, удивительно, но у меня, по ходу дела, получилось. Сейчас бы как-нибудь еще прорваться до колеса. Кемерийский берсерк. Я дотащил. Я дотащил. То есть вот отсюда. Так, отсюда. Вот отсюда. Тащил. Ударим всеми окольными путями, дошел до отсюда, понял, что что-то пошло не так, вернулся обратно, здесь кругаля, вот это вот, а все. И хватило. Хватило. То есть 900 потратилось очков. Главное, что дотащил. Это во-первых. Во-вторых, главное, что дошел до дома. Ну, а в-третьих, у меня куча звездного металла, который мы обязательно переработаем, точнее я переработаю. Также пока я бегал, у меня куча железных рам наделалась, значит можно уже начинать возводить стены. Первый ряд я возведу стен обязательно усиленные, а потом уже будет видно, что когда где. Это нужно для того, чтобы их было тяжелее сломать. Вот эти все стены, фундаменты и так далее. Потому что, да, чистка все ближе и ближе. Я к ней готовлюсь. Надо будет обязательно пойти со своими чуваками. Их обязательно нужно будет подкачать. Да, чтобы все-таки прокачка была.
Потому что так у них здоровья не сильно-то много. Вот такие вот дела. Кстати. А! И он просто не крутится. Возможно, сюда можно их несколько пихать. Я смотрю, что-то нету никого. Возможно, сюда можно несколько рабов впихать. Кстати, давай проверим, может здесь у меня кто заспавнился из нужных. Ну, заспавнится-то заспавнился, но левел-то у него вообще ни о чем мышный. Первый левел кожевника, ну куда мне его? Да. Некуда. Так. Хлобысь. Да. Вот он. В очередь встал. А, не, сразу же бабахаются. Плотник третий левел. Лучше, чем отсутствие плотника в целом. Я так подумал и как раз проверил, как работает колесо. Да, это модовское колесо, оно работает, то есть их можно всех... Открывается на 72-м левеле, то есть очень не скоро. Поэтому поначалу им, понятное дело, не попользуешься. Такие вот дела. Ну а что я? А на сегодня я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Путешествие было очень долгое, очень нудное. Но, надеюсь... Надеюсь, хотя бы смотреть было нормально. Так, нормально. Нормально. Все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи. Всем счастливого добра. Всем пока.